Просто вот эти все. Лиза жива? Просто вот эти все года, когда мы уже с вами встречались с кем-то несколько лет, с кем-то вот сейчас, один вроде, когда вы собираетесь поздравлять меня, я так все время думал, что вот мы с вами на концерт какой-то готовимся, допустим, да, мы собираемся с вами, мы учимся быть типа немножко дисциплинированными, немножечко технику нарабатывать, там где-то работать в команде, все такое. Но самое крутое, самое какое-то такое волшебное происходит тогда, когда после вот этих всех репетиций вы превращаетесь в одну жизненную команду. Понимаете, о чем я говорю? Именно вот эти моменты, когда вы сами собрались, вы организовались, вы сделали такие крутые штуки, подарили такой классный подарок, наверное, по-любому. Ну, самый дешевый, и очень приятный, честное слово. Для тебя хоть почку, Саня. Хоть две. Общие подарки какие-то, или так что-то. Вот поэтому я про это хотел сказать, что очень круто, что вы в жизни делаете с такими командами, и я рад, что хоть как-то этому сприяли, только украинское слово вспомнил. Спасибо вам большое, ребята.